Здравствуйте, уважаемые поклонники футбола. Продолжается большой футбольный вечер на нашем телеканале. И продолжается в том числе и большой футбольный ужин. Если в качестве аперитива у вас была возможность понаблюдать за встречей молодежных команд России и Болгарии, причем аперитив вышел необычайно крепким, со счетом 3-3 закончили эти команды. На закуску вам было предложено обсуждение предстоящих и закончившихся футбольных матчей в студии «Большого спорта», то сейчас настало время блюда первого. Будет ли это азербайджанский суп кюфта бузбаш или ирландская похлебка рыбный чаудер, а может быть солянка сборная, мы с вами узнаем уже в самом ближайшем будущем. Ну а пока давайте смотреть встречу между двумя соперниками сборной команды России по отборочному раунду к чемпионату мира 2014, командами Азербайджана и Северной Ирландии. Относительно северных ирландцев, воспоминания у российской публики, не сомневаюсь, самые что ни на есть негативные, потому что дважды отправлялись в Белфаст футболисты команды Фабио Капелло. Однажды приехали и вовсе не солоно хлебавшие из Северной Ирландии. Матч не состоялся. Ну, а вторую поездку тоже, я думаю, все предпочтут как можно быстрее забыть, потому что Северная Ирландия выиграла у России со счетом 1-0. И эта победа по-прежнему остается у британцев единственной в текущем отборочном турнире. Что касается сборной Азербайджана, то против нее нам играть здесь же, в Баку, на Баксел-арене, уже спустя 4 дня после сегодняшней встречи, 15 октября, команды России и Азербайджана будут выяснять отношения в заключительном туре текущего отборочного раунда. И по окончании этой встречи станет понятно, сумеет ли сборная России занять первое место в отборочной группе и попасть на чемпионат мира без дополнительной нервотрепки с таковых матчей. Меня зовут Александр Гришин. Здравствуйте, и давайте смотреть футбол. Все протокольные данные соблюдает главный арбитр сегодняшней встречи Андреа Де Марко, итальянец. Помогают ему сегодня Рикардо Ди Фьоре и Алессандро Джаллатини. А четвертым рефери является Мауро Бергонци. И вся бригада, естественно, из Италии. Сборная Азербайджана — единственная команда, которая в нашей группе пока еще не успела одержать ни единой победы. И, разумеется, команда, которую возглавляет Берти Фокс, просто жаждет реабилитироваться перед своими болельщиками за относительно неудачные выступления в этом отборе. Сейчас азербайджанцы занимают последнее, 6-е место в нашей группе. Ну а команды Северной Ирландии и Люксембурга делят между собой 4-ю и 5-ю позицию, имея на 1 очко больше, чем у Азербайджана. По 6 у Северной Ирландии и Люксембурга, 5 у команды Азербайджана. При этом наши соперники 15 октября в 2013 году проиграли всего-то только одну встречу. Уступили сборной Португалии. Здесь же в Баку со счетом 0-2. Но, правда, та игра состоялась еще на другой арене. Ну, а что касается этого стадиона, то Баксел-арена стала стадионом для проведения матчей сборной в июне 2013 года. Ну что же, поехали! Начинается встреча между командами Азербайджана и Северной Ирландии. И хотелось бы, конечно, сказать, что крайне пристальное внимание нужно обратить на хозяев. Дело в том, что против них играть встречу заключительного отборочного тура. Но сразу оговорюсь, что в составе команды, которую тренирует Берти Фокс, отсутствует два, пожалуй, ключевых футболиста для этой сборной. Из-за перебора желтых карточек отсутствует Руслан Абышев, которому буквально на днях исполнилось 26 лет и который уже неплохо зарекомендовал себя в составе казанского «Рубина». Ну а также Вагиф Джавадов не сыграет с этой встречей. И пока еще его участие в матче против России также под вопросом из-за застарелой травмы плеча. В остальном все в строю, но вот отсутствие вот этих двух футболистов, оно, конечно, может сказаться на атакующей, в первую очередь, мощи азербайджанцев. И потому говорить о том, что эту встречу нужно рассматривать как ту игру, в которой мы можем понаблюдать за истинной азербайджанской сборной, наверное, в полной мере все-таки нельзя. Ну а Северная Ирландия — это та команда, которая будет биться вне зависимости от соперника, вне зависимости от
той арены, на которой британцам приходится играть. И потому уж точно сегодня не просто придется хозяевам, ну, равно как и гостям, которые вне зависимости от соперника бьются, но в то же время очень многое зависит от настроя. Настроились на Россию, пожалуйста, 1-0. Недонастроились на Люксембург и уступили команде, которую принято считать карликом, как выясняется, на полголовы выше, пока люксембургцы находятся относительно Северной Ирландии, если смотреть на табличку. Ну, может быть, не на полголовы, а на половину головного убора, потому что очков, напомню, у этих сборных поровну. Переходим к составам играющих сегодня команд и начинаем с гостей. Рой Кэрролл в воротах под первым номером, в защите Ли Ходсон второй, Гаррет Маккаули четвертый, Джонни Эванс пятый, Крейг Каткарт 14-й. Полузащитники Стивен Дэвис, он сегодня играет с капитанской повязкой под 8-м номером. Шейн Фергюсон 10-й, Крис Брант 11-й, Оливер Норвуд 16-й. И в нападении Мартин Паттерсон и Джейми Уорд под 9-м и 19-м номерами соответственно. Главный тренер Майкл О'Нил. Сборная Азербайджана предстала в том составе, который не смогли предсказать средства массовой информации этой страны. В частности, на одном из известных азербайджанских интернет-порталов была высказана гипотеза относительно стартового состава сборной на эту встречу. И могу сказать, что примерно по половине позиций азербайджанские коллеги не сумели попасть в цель, потому что Берти Фокс удивил очень многих. Мы сейчас дождемся, чем закончится эта атака. Надиров идет вперед. Вдвоем северные ирландцы отбирают у него мяч. И сейчас пришло время сказать и о составе хозяев. Камран Агаев в воротах номер первый. В защите Рашат Садыхов, капитан команды 14-й. Расим Рамалданов 3-й. Махир Шукюров 4-й. Эльнур Аллахвердиев под 5-м номером. В полузащите играют Гара Гараев, номер 8-й. Арас Абдулаев 15-й. Рахит Амир Гулиев номер 19-й. И в нападении сразу трех футболистов отрядил Берти Фокс. Вагир Надиров 17-й. Руфат Дадышев 10-й. И Рауф Алиев играет под 11-м номером. Если вы внимательно смотритесь в состав сборной команды Азербайджана, то можете отметить, что присутствуют в том числе и легионеры. В частности, Руфат Дадышев играет ни много ни мало во второй Бундеслиге, но пока еще не за основной, а за молодежный состав Кайзерслаутерна. Однако же очень даже на хорошем счету в немецком чемпионате. И, во всяком случае, постепенно его подтягивают к основному составу. Однако же пока не дают ему играть в основном составе в тренерские кадры Кайзерслаутерна. 4 минуты уже сыграли эти команды. Пока не скажу, что есть какое-то преимущество у хозяев, которые, безусловно, в этой встрече очень хотят добиться первой победы в отборочном турнире, потому что понимают все, что в матче против команды России выиграть будет значительно сложнее. Однако же азербайджанцы, в частности, двое не играющих сегодня футболистов Абышев и Джавадов, они так были наиболее разговорчивыми и на пресс-конференции, и в целом не отказывали себе в удовольствии пообщаться с журналистами и отмечали, что сборной России не поздоровится в этом матче. Один говорил, что могут наши футболисты не увести одного очка, другой отмечал, что как максимум одно очко для сборной России заготовили в Баку. Посмотрим. В любом случае, для начала Азербайджану нужно справиться с Северной Ирландией, ну а команде Фабио Капелло переиграть сборную Люксембурга, которая в этом отборочном цикле показывает вполне себе целостный футбол и даже позволяет не только отсиживаться в обороне, но в том числе и демонстрировать комбинационную игру, которая приводит к тому, что Люксембург забил уже в ворот соперников 7 мячей, добился одной победы и набрал 6 очков, вплотную приблизившись к абсолютно лучшему для себя результату в 10 очков в одном из отборочных циклов, по-моему, в 95-м или 96-м годах, то есть где-то чуть более полутора десятилетий назад. Но посмотрим за встречей между Россией и Люксембургом несколько позже. Сейчас продолжим наблюдать за матчем между командами Азербайджана и Северной Ирландии. Пока могу отметить, что гости чуть больше владеют мячом, чуть больше времени проводят на половине поля соперника и в целом выглядят несколько увереннее, что ли. Но в то же время можно отметить, что действительно очень неожиданный состав сборная Азербайджана выставил с первых минут Берти Фокс. Отсутствует Рашат Садигов, Афран Исмайлов, Джавида Гусейнова я не вижу в стартовом составе. Двое защитников, которых пресса отправляла, казалось бы, с первых минут в эту встречу, Максим Медведев и Уфук Будак, не играют в этом матче. В общем, где-то 5-6 человек есть тех персон, которыми Фокс в этой встрече удивил не только
русскоязычное журналистское сообщество, но в том числе и коллег, которые значительно лучше знакомы и со сборной Азербайджана, и с местным чемпионатом. Ну, не секрет, что сейчас в том числе и в Азербайджане присутствуют неплохие средства, иначе вряд ли бы была возможность пригласить таких специалистов, как тот же Фокс, как тот же Юрий Павлович Семин. Семин, который сейчас работает с успехом в Азербайджане. Кстати, до Семина в команде, в которой сейчас главным тренером трудится наш отечественный специалист Тони Адамс, тренировал, что говорит о том, что в Азербайджане всерьез взялись за собственный футбол. И команда не только национальная сборная, но и в целом чемпионат хочет выйти на новый, качественно иной уровень. Ошибка. Тем временем ошибка. И хорошая контратака может удастся футболистам Северной Ирландии. Удар с дальней дистанции. Это Мартин Паттерсон пытался застать врасплох Камрана Агаева, но мяч просвистел над перекладиной. И в итоге удар от ворот. А мы еще раз смотрим за атакой североирландцев. Это нам показывает предыдущий момент, когда Крис Брандт бил по воротам соперника. Крис Брандт неплохо известен публике, интересующейся футболом, и в частности английской премьер-лигой, по матчам за Вест Бром, за команду, в которой себя неплохо проявлял еще в недавнем прошлом Питер Аденвинг. По правому флангу развивают очередную комбинацию хозяева. Но очень плотно пока действуют даже не в обороне, а на своей половине поля футболисты команд. Команды Северной Ирландии. И по большому счету у азербайджанцев пока ничего не получается в атаке. Вот разве что на подобные длинные передачи стоит рассчитывать хозяевам. Однако же пока они не проходят. Ну и положение вне игры оказывается забежавшим в офсайд Вагир Надиров. В целом азербайджанцы в нынешнем сезоне, в 2013 году, провели уже 8 матчей. Две победы одержала сборная Азербайджана. Обе, правда, в товарищеских встречах против команд Лихтенштейна и Мальты. Азербайджанцы оказались сильнее со счетом 1-0 и 3-0 соответственно. 5 ничейных результатов, причем все эти 5 ничьих пошли в зачет отборочного турнира чемпионата планеты. И единственное поражение, напомню, в 2013 году азербайджанцы потерпели от команды Португалии со счетом 0-2. Жесткое столкновение в центре поля и нарушение правил фиксирует арбитр. Брандт держится за голову, но, похоже, еще сложнее приходится Ильнуру Аллахвердиеву, который упал. Который, по идее, правила и нарушил, но потом неудачно приземлился на Брандта и еще и за голову схватился защитник сборной Азербайджана, получив таким образом небольшое повреждение. Штрафной. Гости будут пробивать. Длинная передача на линию штрафной площади. Проброс еще дальше в район 11-метровой отметки. Даже на линию вратарской, но до удара дело не дошло. Впрочем, на отскоке первыми все равно футболисты сборной Северной Ирландии. Передача направо. Прострел. Выбивает с большим трудом. Это Амир Гулиев выбил мяч за пределы поля. И из-за боковой его будут бросать вновь футболисты команды Северной Ирландии. Фергюсон с мячом. Плохой навес, но мяч уходит за пределы поля. Обратили внимание, как ближний к мячу ногой, внешней стороной стопы, футболист Северной Ирландии набрасывал мяч туда, в район вратарской площади соперника. Это Стивен Дэвис был, капитан команды, но мяч ушел за пределы поля. Любопытно, что Дэвис за день до этой встречи поделился своим мнением о команде Азербайджана, сказав, что в первой встрече, которая состоялась в Северной Ирландии, азербайджанцы предстали очень серьезным соперником. И он нисколько не сомневается, что в Баку его сборной придется непросто. Впрочем, отметил Дэвис, что он вряд ли сможет назвать кого-то из футболистов сегодняшнего соперника. Но совершенно точно Азербайджан умеет играть в футбол. Завершил свою фразу 8-й номер команды Северной Ирландии. И, видимо, за то, что он никого из футболистов азербайджанцев назвать не сумел,
Азербайджанские коллеги в своей заметке обозвали его Саймоном, при том, что он Стивен. Дескать, ты никого не знаешь, и мы тебя тоже неправильно напишем. Ну, во всяком случае, в русскоязычной версии этой заметки он фигурировал как Саймон Дэвис. Что уж там по-азербайджански, уж простите, не владею на том уровне, чтобы читать средства массовой информации этой страны в оригинале. В отсутствие Дэвида Хилла, который забил два мяча в ворота сборной Азербайджана в первой встрече, на острие атаки Северной Ирландии будут, видимо, выдвинуты Джейми Уорд под 19-м номером и Мартин Паттерс. Ну, что касается Хилла, то о нем спросили Майкла О'Нила до матча, и тот отметил, что, к сожалению, для него этот забивной футболист завершил свои выступления в составе команды, и потому нет никакой необходимости его вызывать. В то же время можно отметить, что в составе британцев немало футболистов, которым еще только предстоит почувствовать себя своими в футболке национальной сборной. В частности, есть игроки 20-21 года, но в то же время можно отметить, что и ветеранов тоже хватает. Я бы сказал, что этакий пока не очень понятный симбиоз у Северной Ирландии предстает в этой встрече, равно как у азербайджанцев, в составе которых тоже хватает молодых футболистов. Надиров, передача на правый фланг, неточный пас, к сожалению, для хозяев, и мячом вновь легко завладевают защитники и полузащитники сборной команды Северной Ирландии. Вот по этим 13 минутам, которые сыграли команды, я бы отдал небольшое предпочтение гостям. Такое впечатление, что они действуют с некоторым запасом прочности и в целом чувствуют себя на чужом стадионе значительно увереннее, чем азербайджанцы на домашней арене. Хотя, казалось бы, должно быть с точностью до наоборот. Но, тем не менее, именно команда Майкла О'Нила располагается на зеленом газоне в Баку более рассредоточено, что ли, и практически каждая комбинация хозяев застревает уже в центре поля в ногах у соперника, в то время как мы видим сейчас на бровке суетится Берти Фокс, который пытается как-то завести свою команду, пытается как-то объяснить футболистам то, что не смог объяснить немецкий наставник игрокам до матча в раздевалке, но те пока единственное, что могут предложить знаменитому немецкому специалисту, это неспешный перекат мяча на своей половине поля и редкие забросы мяча в направлении нападающих, до которых тот, впрочем, практически не доходит. 0-0. Надо отметить, что эта встреча очень принципиальна для обеих команд, для обоих соперников. Дело в том, что ни те, ни другие не хотят оказаться последними в отборочной группе. И потому очень важно им добиться положительного для себя результата. Для Азербайджана это, безусловно, только победа. Ну, а команде Северной Ирландии будет, наверное, достаточно и гостевой ничьей. Едва не ошибаются защитники. Прессинговал соперника Рауф Алиев. И, казалось бы, уже выцарапал мяч у оппонента. Но в последний момент удача отвернулась от 11-го номера команды Азербайджана. Тут же контратака. Попытку ударить. Удар! Хороший какой удар! Агаев спасает свою команду и угловой будет пробивать команда Северной Ирландии. Здорово сейчас довели дело до удара поворотом Камрана Агаева гости. И тому пришлось спасать свою команду. Агаев играет за команду Баку, одноименную со столицей, которая сейчас на 5-м месте в чемпионате. Имеет 13 очков после 9 туров. Всего в высшем дивизионе чемпионата Азербайджана играет 10 команд. Отобрали мяч азербайджанцы у соперника. Перевод направо. Чуть больше пока правым флангом атакуют хозяева. Публика поддерживает, естественно, своих. Хорошая передача на линию штрафной. И выбивает мяч защитник. Еще раз посмотрим, как развивалась атака в предыдущей комбинации у Северной Ирландии. Это Крис Брандт. Было у него много времени и получить мяч, и обработать, и пробить в итоге. Защитники явно проморгали этого футболиста, и тот едва их за это не наказал. Уже упоминавшийся мной футболист, выступающий за Вест Бромвич Альбион, пока выглядит чуть-чуть
более солидно по сравнению с остальными футболистами, принимающими участие в этой встрече. Ну и не мудрено. Наверное, все же у Бранта и опыта много, да и в том числе игра за команду английской премьер-лиги, она чего-то достоит. Впрочем, есть игроки, которые также знают, что такое премьер-лига не понаслышке, в составе гостей, в частности, это и сегодняшний капитан Стивен Дэвис, числящийся в составе Саутгемптона, и действующий, но не играющий сегодня капитан из-за травмы Аарон Хьюз из Фулхэма, тот же Гаррет Макаули является одноклубником Бранта по Вест Бромвичу, Джонни Эванс, так и вовсе, пожалуй, самая известная фигура в составе этой команды, ни много ни мало человека из Манчестер Юнайтед. Есть на кого опереться, есть тот костяк, вокруг которого можно строить команду Майклу О'Нилу. Ну и начинается этот костяк, как водится, с голкипера, с вратаря. Рой Кэрролл в свои 36 проводит 30-ю встречу за национальную сборную и является голкипером греческого Олимпиакоса, который в нынешнем сезоне играет в Лиге Чемпионов. Ну, немножко успокоились. Видимо, ушел стартовый мандраж у сборной Азербайджана. Начинают постепенно хозяева приходить в себя, потому что такое впечатление сложилось, что футболисты команды Берти Фокса в начале матча не знали, что им делать, не знали, куда бежать. И, может быть, не ожидали они столь уверенной игры в гостях со стороны, казалось бы, примерно равного им по классу соперника. Но, как бы то ни было, первые четверть часа прошли под диктовку североирландской сборной, и даже парочка полумоментов была создана у ворот Камрана Агаева. Сейчас по-прежнему гости выглядят чуть солиднее. Много ошибаются футболисты сборной Азербайджана. Еще один удар по воротам Агаева, но на сей раз очень неточно. От ворот. Это Паттерсон бил. Паттерсон еще относительно малоопытен на фоне тех же Кэрролла, Хьюза, Макаули, Эванса, Бранта, Криса Бэйрда, отсутствующий сегодня Дэвиса. Для него это 19-я встреча, и футболист Хаддерсфилда, кстати, я помню, что комментировал какую-то встречу Кубка Англии с участием этой команды, выступающей в третьем английском дивизионе. Ну вот, на счету у Мартина Паттерсона 18 матчей, сегодня 19-я в составе сборной и 3 забитых мяча. Штрафной. Майкл О'Нил отметил, что в этой игре он, помимо того, что хочет добиться результата, также будет не против проверить нескольких молодых футболистов. Ну и похоже, что слова наставника гостей не расходятся с делом. В частности, мы видим сегодня в стартовом составе, ну, про Джонни Эванса вряд ли можно сказать, что он молодой. Все-таки он уже и известен, и 25 лет этому игроку, и за сборную он провел уже почти 4 десятка матчей, да и в МЮ играл в том числе и в стартовом составе. Вот он, Майкл О'Нил. Ну а про Крейга Каткарта, который всего лишь на год моложе Джонни Эванса, еще вполне можно употребить определение «молодой». Так же, как и про Лаферти, сегодня оставшегося в запасе 24 года, ему так же, как и Крейгу Каткарту. Норвуду 22, Фергюсону 22. Ну, линия нападения, наверное, несколько более опытна. Это Паттерсон и Уорд. Им, соответственно, 26 и 27. Но на двоих у них до сегодняшнего матча было только лишь 25 матчей за национальную сборную. Впрочем, учитывая, что ни Азербайджан, ни Северная Ирландия не принимают участие в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы, два десятка матчей – это не так уж и мало. Ну, впрочем, и не так уж и много, согласимся. Однако же уже можно назвать, если не ветеранами, не старожилами сборной подобных игроков, то, как минимум, футболистами, имеющие уже достаточный опыт игры за национальную команду своей страны. Вот если сравнивать с командой Азербайджана, северо-ирландцев, то азербайджанцы... Средний возраст, наверное, будет примерно тот же. Гараеву 20. Амиргулиеву 24. Но в то же время Садыхову, им Шукюрову 30 или больше. Алахвердиеву 29. Голкиперу Агаеву 27. Самый расцвет.
Но в целом я бы отметил, что, наверное, у азербайджанцев команда несколько более гармоничная с точки зрения возрастных характеристик. Нет таких ветеранов, как Кэрол, но в то же время нет и 19-20-летних футболистов. Или почти нет. Андреа де Марко показывает, что штрафной будут исполнять футболисты сборной Азербайджана. Пока практически без голевых моментов проходит эта встреча. Можно вспомнить только три удара футболистов Северной Ирландии. Один очень опасный в створ наносил Крис Брант. И еще пару ударов. Один от Паттерсона, один от все того же Бранта. Тоже вспоминается на первый взгляд. За полтайма, согласитесь, не так уж и много. В то же время эти команды, я напомню, что борются за, возможно, четвертое место в группе. В частности, О'Нил говорил, что ему очень не хочется, чтобы четвертым стал Азербайджан или Люксембург, потому что, по его мнению, вся футбольная общественность знает, что именно Северная Ирландия четвертая по силе команда в этой группе. Я полагаю, что азербайджанцы и Берти Фокс, в частности, имеют прямо противоположное мнение. Опасная атака. Мяч в штрафной площади азербайджанцев. Удар! Агаев ногами спасает свою команду. Уорд наносил удар, казалось бы, из убойной позиции. Джейми Уорд. Но Камран Агаев вновь выручил. Вот это момент, так момент был у гостей сегодняшней встречи. Неудачно действовали защитники. Паттерсон протащил мяч, и Уорд метров 7 бил по воротам соперника. Но Агаев правильно очень расположился на линии. Ну и госпожу удачу тоже к себе притянул на помощь. Еще один дальний удар. Падает футболист команды Северной Ирландии. Судья фиксирует, похоже, нарушение именно со стороны гостей. Это Макаули оказывается на газоне. Смотрим еще раз, что же там произошло. Высоко выпрыгивали защитники сборной Азербайджана. Пытался высоко выпрыгнуть и Макаули. Но еще в воздухе, похоже, почувствовал некие болевые ощущения. И в итоге упал. Еще раз мы смотрим за тем моментом, когда едва-едва не поразил ворот соперника Уорд. Но очень хорошо сыграл Камран Агаев. Пока, пожалуй, в составе хозяев никого, кроме голкипера, выделить-то и не получается, даже при всем желании. Теперь уже ошибка гостей. Хозяева с мячом. Надиров. Пас назад. Честно говоря, я предполагал, что азербайджанцы будут играть несколько более атакующий футбол. Но увидев, что Фокс, вот это опасно, может получиться удар! Мяч каким-то совершенно непостижимым образом разминулся со створом ворот Северной Ирландии. Это Руфат Дадашов. Вот это удар, конечно. Как ухитрился не попасть. Еще раз мы смотрим. Ну, здесь защитники ошиблись. Очень здорово отборолся Рауф Алиев. Да. Надо было, конечно, попадать и открывать счет хозяевам. Только я успел сказать, что они недостаточно много атакуют, как они провели, пожалуй, пока самую опасную атаку в этой встрече. Превосходная игра уже в чужой штрафной площади со стороны сразу трех футболистов сборной Азербайджана. Но, однако же, завершить эту атаку точным ударом хозяевам не удалось. Но момент был очень хороший. Еще один перехват. Ну что ж, во всяком случае, мы теперь с вами уже убедились, что в Азербайджане и помимо отсутствующих сегодня Абышева и Джавадова есть кого опасаться сборной России. В частности, вот это вот сегодня имеющееся трио. Вагир Надиров, номер 17, Рауф Алиев, 11-й, мощный такой форвард, и Руфат
Дадашев, наверное. Ну, честно говоря, не возьмусь утверждать наверняка. Ну, пусть будет Дадашев. Это больше похоже на правду, учитывая обычное произношение азербайджанских фамилий. И вот на них, безусловно, стоит обратить внимание российской линии обороны и, в частности, нашему тренерскому штабу. Ну, давайте все-таки дождемся, чем завершится игра. И сегодняшний, конечно же, матч нашей команды и Люксембурга, прежде чем будем рассуждать о возможном грядущем противостоянии команд России и Азербайджана. Оно, безусловно, будет. Оно невозможно, оно состоится. Но пока о нем говорить все-таки несколько преждевременно. В конце концов, и португальцам еще играть с Израилем. Не факт, что сборная Португалии добьется легкой победы, если вообще ее добьется. Ну а пока мяч в штрафной площади Роя Кэрролла. Такое сложилось впечатление, что Кэрролл на мгновение задумал забрать мяч в руки. Это, как известно, уже очень давно делать нельзя после передачи своего футболиста назад вратарю. Уже, по-моему, позабыли о том, что когда-то такая возможность у голкиперов существовала. Вот сейчас Кэрролл о ней напомнил. Неплохо отборолись хозяева. Идут вперед большими силами. Удар с лета. Кэрролл спасает свою команду. Алиев. За три минуты дважды могли отличиться азербайджанцы. Алиев сначала мяч партнеру выцарапал у защитника, а сейчас с лета нанес потрясающий удар в ближний угол, но и голкипера тут, безусловно, стоит отметить. И передача хороша, удар правильно положил корпус Рауф Алиев. Ну и, конечно, в свою очередь уже опытнейший Рой Кэрролл вытащил мяч в ближнем углу. Угловой. Повеселее пошла игра после затишья в первые 15 минут, когда команды, видимо, пытались присмотреться друг к другу, выведать то, чего не удалось выведать в первой очной встрече. Момент. Нет. Момент моментом, но не опасный. По-прежнему с мячом хозяева. Неудачная передача в итоге оказывается очень даже успешной. Вновь пас в направлении левого фланга. Там Надиров. Мяч до него не доходит. Растеряны немножко футболисты Северной Ирландии. Этим вполне могут воспользоваться хозяева. Еще одна попытка ударить с дальней дистанции. Хорошо цепляется Алиев за мяч, но при этом нарушает правила. Багир Надиров, к слову, сказал, что он намерен забить и Северной Ирландии, и потом задуматься о том, чтобы поразить ворота сборной России. Но тут не фол был со стороны Алиева, он просто оказался в положении вне игры. В частности, Бугар Надиров, который сейчас пытался пробить, но в итоге сделал передачу, сказал, что Северная Ирландия соперник непростой. Но учитывая, что команда Азербайджана сумела сыграть с этим конкурентом на выезде в ничью, пропустив лишь в концовке, дома можно добиться еще лучшего результата. Во всяком случае, если опустить мяч и играть в мелкий пас, у команды Азербайджана появляются значительные шансы. Также Надиров отметил, что соперник превосходит азербайджанцев в игре на втором этаже. И хозяевам сегодняшней встречи нужно очень внимательно следить за соперником при розыгрыше тем стандартных положений. Сейчас не стандарт, сейчас с игры, но идут вперед ирландцы. Ходсон, передача назад. Каткарт переводит мяч на противоположный край поля. Норвуд. Ну и все, оттянулись назад уже хозяева. И уже команде Северной Ирландии приходится что-то придумывать в позиционном нападении. Сейчас заметно, что пятеро человек у североирландцев не атакуют. Это четверка защитников: Ходсон, Макаули, Эванс и Каткарт, а также Оливер Норвуд, играющий под 16-м номером. Ну и у азербайджанцев также четверо защитников, плюс еще один футболист постоянно находится в позиции, когда нужно скорее быть нацеленным на игру в обороне, нежели в созидании. В частности, еще этим одним, как правило, является Дара Гараев, играющий под 8-м номером. Вот он как раз самый молодой футболист в сегодняшнем составе Азербайджана. Ему лишь 20 лет, причем 20 лет ему еще ровно один день продлится, а уже 12 октября человеку исполняется 21. Ну и, естественно, к
такому дню неплохо бы и подарок себе и сборной приготовить Гараеву, учитывая, что Абышеву исполнилось 26 10 октября. Садигову и Исмайлову 8 октября, 30 и 25, соответственно, октябрь. Этакий день многочисленных рождений в составе сборной Азербайджана. И потому ей очень хотелось бы, конечно, в этом октябре максимально успешно сыграть против соперников команд Северной Ирландии и России. Интересно, что Азербайджан две свои заключительные встречи отборочного раунда проводит дома, а североирландцы даже не две, а три игры подряд проводят в гостях. Помимо того, что команда Северной Ирландии завершает, согласно календарю, отборочный раунд матчами на чужих полях. Плюс ко всему, мы еще вспомним... Я уже тоже заговорился. Игру-то против России. Команда Северной Ирландии все правильно провела дома. Потом была еще встреча... Правильно, и против Люксембурга. Еще болельцы Северной Ирландии уступили. Также в гостях. Три встречи к ряду, да. В Люксембурге, Азербайджане и Израиле играют североирландцы в гостях. Все верно. Угловой. Угловой. Брант у мяча. Навешивает Крис Брант. Алиев убивает мяч, но недалеко. К Бранту он, судя по всему, и прилетает. Так и есть. Пас откровенно плохой, неудачный. Но на подборе очень четко действуют гости. Пока неплохо очень смотрятся футболисты Северной Ирландии. А когда дело обстоит розыгрыша стандартных ситуаций и быстрых переходов из обороны в атаку, а вот в позиционном нападении ни те, ни другие, что называется, не впечатляют. Но азербайджанцы во вторую половину первой получасовки этой встречи выглядят, владея мячом, несколько более перспективно, я бы заметил. Все-таки для команды Северной Ирландии вот такая тактика, когда они больше владеют мячом, все же не свойственна. Им проще играть вторым номером, как они действовали против нашей команды. А вот против Люксембурга, когда, казалось бы, либо равна по силам, либо и вовсе слабее, североирландцы ухитрились уступить. Да и против Азербайджана, вот когда хозяева отдают сопернику мяч, гости смотрятся, мягко говоря, невыразительно. Но в свою очередь, смотрите, уже теперь азербайджанцы отдают мяч. Вновь удар по воротам Агаева. Тот в качестве спасателя выступает сегодня уже не первый раз. А вот это интересно может получиться, нет. Кэрол очень четко все рассчитал и не позволил все тому же Рауфу Алиеву опередить себя в собственной штрафной площади. Но Алиев сегодня, похоже, еще очень немало беспокойства доставит защитникам соперника. Вновь Алиев с мячом. Если попробовать сделать передачу налево. Нет. Не увидели партнеры, что открывался Надиров по левому флангу. Тот самый Надиров, что сделал передачу на Алиева и потом пошел налево ускоряться для того, чтобы, возможно, получить ответную передачу. Но партнеры его то ли не заметили, то ли посчитали развитие атаки данным образом недостаточно перспективным. Вот смотрим еще раз. Агаев сильно выбивает мяч и едва-едва Алиев к нему не успевает раньше голкипера. Вы сейчас слышите, это перекличка турецких болельщиков. Причем, как сообщают коллеги непосредственно из Баку, вот эти два фанатских сектора на Баксел-арене заполнили болельщики двух наиболее непримиримых стамбульских клубов — Галатасарай и Фенербахче. Я, честно говоря, не очень хорошо представляю, почему именно фанаты двух этих команд
Но вот непосредственно со стадиона сейчас приходит такая информация. И вот эта вот перекличка идет между болельщиками Галатасарая и Фенербахче. Ну, наверное, они оба, оба этих фан-клуба поддерживают сейчас команду Азербайджана. Все-таки не Северную Ирландию же. Вот те, которые красные с желтым, это Галатасарай, а синие с желтым, это Фенербахче. Тем временем Северная Ирландия проводит опасную атаку, но у Джейми Уорда на сей раз уже удар ногой получается значительно хуже, чем 10 минутами ранее попытка пробить Агаева в упор. В защите пока и те, и другие не преуспевают, и будь чуть-чуть мастеровитее, будь чуть-чуть удачливее полузащитники и форварды обеих команд, уже мы могли бы увидеть 2, а то и 3 мяча в воротах обеих команд. Но то удачи не хватает нападающим, то голкиперы действуют просто выше всяких похвал. Хорошая атака на Северной Ирландии. Удар по воротам. Рядом со штангой проходит мяч. И вновь мы вынуждены констатировать, что защита проморгала на сей раз Мартина Паттерсона. Вот смотрите, два всего лишь нападающих в составе сборной Северной Ирландии. У Уорда было уже два момента. И теперь уже Паттерсон вышел на ударную позицию, но хорошо сократил с ним дистанцию Камран Агаев. И даже не коснувшись мяча, заставил соперника ошибиться, послав мяч рядом со штангой. А мы еще раз смотрим великолепный момент, который был у команды Азербайджана, и не попадание Дадашева, а потом вслед за этим последовал еще великолепный удар Рауфа Алиева с лета. И уже Кэрол выручил. По моментам примерное равенство, но мне кажется, что у азербайджанцев вот эти два момента были едва ли не стопроцентными, тогда как у... Ну и, собственно, у команды Северной Ирландии тоже вот эти два момента были практически стопроцентные. Выход один на один Паттерсона и удар Джейми Уорда в упор. Но, к сожалению, пока по-прежнему нули на табло. Едва сейчас не ошиблись защитники. Гараев идет вперед. Длинная передача. Что показывает Андреа де Марко? Штрафной. Сначала мне показалось, что судья штраф отложил для команды Азербайджана и, в частности, для Расима Рамалданова. Но потом, увидев, что остался без мяча футболист команды Северной Ирландии, все-таки дал свой стоп. Великолепный пас и прекрасный удар. Вот это пока, пожалуй, самый зрелищный момент этого матча. Здорово действовали и дающий, и бьющий, и отражающий. Самой сильной стороной этого эпизода оказалась отражающая сила зеркал и перчаток Роя Карла. Но если азербайджанский футбол, учитывая наличие среди болельщиков и поклонников таких известных турецких клубов, как Галатасарай и Фенербахче, будет развиваться вровень с турецким, то в ближайшем будущем и сборную, и клубы этой страны ждет вполне себе неплохое будущее. Галатасарай, Фенербахче, Бешикташ регулярно играют в Еврокубках, Трабзонспор опять-таки. Ну а сборная Турции, если вы позабыли, совсем недавно занимала места в четверке лучших команд как мира, так и Европы. Пока, конечно, Азербайджану до подобных достижений еще далековато. Но кто мешает мечтать и кто мешает в конце концов развиваться?
Северный Ирландец с мячом. Пас в центр. Передача назад. Ну и, к сожалению, вот вы видите, что небольшие технические сложности с получением сигнала происходят на линии. Возможно, какие-то погодные условия на пути спутников стали в качестве естественной преграды. И картинка немножко срывается. Вновь с мячом гости. Стивен Дэвис. Можно было сыграть в одно касание и вернуть мяч Дэвису, но слишком долго его обрабатывал партнер Стивена. Хотя получилось в итоге неплохо, но все же, как мне кажется, момент-то был упущен для того, чтобы моментально вывести капитана в чужую штрафную площадь. И там уже защитники подоспели. При всей своей медлительности футболисты линии обороны как одной, так и другой команды. Все же, когда футболист, входящий в их штрафную, делает 3, а то и 4 касания, успевают его таки накрыть. Берти Фокс. Блестящий в прошлом футболист, великолепный тренер. С командой Азербайджана пока не может добиться тех успехов, которых он по умолчанию добивался фактически, даже не задумываясь о тренировках со сборной Германии. Но все-таки уровень очень-очень разнится пока. Очередная атака ирландцев, и мы видим, что команда этой страны зачастую атакует схематично. Вот сейчас передача Паттерсона в штрафную была явно наиграна на тренировках. Но другое дело, что футболист даже не попробовал посмотреть на адресата, есть ли он там в принципе, существует ли он там, добежал ли. Он просто знает, что согласно отработанным занятиям на тренировках, ему нужно как почтальону доставить мяч в чужую штрафную площадь. А дойдет он или нет, это уже вопросы к почте Ирландии. Не дошел сейчас мяч. Виноват отнюдь не дающий. Хотя нет, конечно. Надо смотреть, безусловно. Так просто теряешь мяч. Болельщики, которых теоретически на этой встрече может присутствовать до 11 тысяч, согласно вместительности стадиона, начинают высказывать собственное недовольство тем, что происходит последние 2-3 минуты в игре. Команда Северной Ирландии владеет мячом, владеет инициативой. И сейчас есть возможность нанести удар очередной по воротам Агаева. Но мяч не доходит до выпрыгивавшего футболиста. Этим выпрыгивавшим оказался Крис Брандт. Ну вот если отмечать кого-то по персоналиям в первом тайме, то у гостей, безусловно, Брандт и, пожалуй, пара форвардов. Паттерсон и Уорд. Ну и, разумеется, Рой Кэрролл, голкипер. Защитники, мягко говоря, не очень. Включая и Джонни Эванса в полузащите, ни капитана, ни остальных отметить не то чтобы невозможно, но затруднительно. Крис Брандт и достаточно. Форварды, в принципе, неплохие. Уорд чуть более опасен. Паттерсон, скажем так, активен не меньше. У Азербайджана, конечно же, это Камран Агаев. Это, безусловно, трио футболистов, которые, согласно заявке, числятся нападающими. Надиров, Дадашев и Алиев. Ну и, пожалуй, что в обороне, равно как и в полузащите, сложно кого-то отметить персонально. Если в обороне пока коллективно ни у кого не получается, то в полузащите в целом то у одного, то у другого плохой, неплохие передачи. Вот как сейчас, в частности. Надиров подключает Эльнура Алахвердиева, и тут же звучит свисток Андреа Де Марко, итальянского рефери этой встречи, у которого, по большому счету, особо работы в первом тайме-то и не было. Не было особых остановок, не было грубых нарушений правил. Было несколько хороших голевых моментов, которые, к нашему с вами и собственному сожалению, футболисты обеих сборных пока не использовали. Но будем надеяться, что с реализацией во втором тайме дело будет обстоять несколько лучше. Ну а пока нули на табло Баксел-арены в Баку и ничья в матче Азербайджан-Северная Ирландия.
Продолжается перерыв матча команд Азербайджана и Северной Ирландии. Это группа F отборочного турнира к чемпионату планеты, в которой задействована и сборная России. Команда России оба своих матча против Северной Ирландии уже провела, а против Азербайджана нашей сборной еще играть в заключительном туре, причем играть здесь же в Баку на Баксел-арене. Это совершенно новый стадион, который... построен в 2012 году, ну а в 2013 году на нем начала играть и сборная Азербайджана. Первая встреча на этой арене была проведена, сборной была проведена 7 июня текущего 2013 года. Азербайджанцы тогда играли против команды Люксембурга и сыграли 1-1. Руслан Абышев забил первый мяч азербайджанской сборной на этой арене. 11 тысяч зрителей, напомню, она принимает. И я думаю, что на матче против команды России все, без исключения, билеты будут раскуплены. Если уже не раскуплены. Лучшие моменты первого тайма вашему вниманию. Парочка очень опасных моментов была как у хозяев, так и у гостей. Но то фортуна отворачивалась от нападающих обеих сборных, то просто блистательно играли вратари. Камран Агаев и Рой Кэрролл, думаю, по праву могут называться лучшими футболистами первой половины матча. Очень хорошо действовал Камран Агаев. Вот сейчас среагировал на удар Джейми Уорда. До того к дальнему выстрелу Криса Бранта добрался без проблем. Ну а здесь чуть-чуть не повезло Руфату Дадашеву. Когда, казалось бы, в противоход Кэрроллу он бил, но мяч в створ ворот не попал. А это и вовсе изумительная двухходовка в исполнении команды Азербайджана. Алиев бил по воротам, но Кэрролл, в свою очередь, уже выручил. Выручил классно. Первый матч между этими командами состоялся в ноябре 2012 года в Белфасте на недоброй памяти Виндзор-парке и завершился со счетом 1-1, причем хозяева сравняли после удара Дэвида Хилли аж на 6-й добавленной арбитром минуте. И главным рефери той встречи был Виктор Швецов из Украины. Ну, что касается азербайджанцев, то они забили уже в самом дебюте матча. Алиев отличился на 5-й минуте, и казалось, что вот она, близка победа, но в самой-самой концовке хозяева сумели счет сравнять, и пока по-прежнему сборная Азербайджана без побед в этом отборочном цикле.
На матче в Баку присутствуют в том числе и болельщики сборной команды Северной Ирландии. Около 100 человек проделали непростой путь через всю Европу, чтобы добраться в Азербайджан. Но я думаю, что сейчас получают немало удовольствия как от футбола, так, собственно, и от той погоды, которая стоит в Баку, в отличие от Северной Ирландии. В Баку еще практически окончание лета, тогда как на Туманном Альбионе, полагаю, погода несколько менее подходящая для прогулок по городу. Ну и Баку тоже город значительно больше и, как мне кажется, красивее Белфаста. Так что есть чему порадоваться и помимо, собственно, футболу гостям сегодняшнего матча. Ну а нам показали фанатов стамбульского Галатасарая. Я так полагаю, что это местные жители, которые отдают предпочтение клубу из самого крупного турецкого города. Так, первую замену, судя по всему, проводит Берти Фокс под 16-м номером в составе команды Азербайджана. Заявлен Джавид Гусейнов. И меняет он Вагира Надирова. Ну, Надиров, скажем так, первое свое обещание уже не выполнил. Он сказал, что хочет забить Северной Ирландии, а потом подумать о том, чтобы поразить ворота сборной России. Забить североирландцам у Надирова не получилось. Посмотрим, как это будет против команды России. Джавид Гусейнов, номер 16, появился вместо него. Поехали. Второй тайм матча Азербайджан-Северная Ирландия. Баку, группа F, отборочный цикл 2014. Составы. Северная Ирландия без замен в перерыве. Рой Кэрролл в воротах номер 1. В защите Ли Ходсон 2. Гаррет Макаули 4. Джонни Эванс 5. Крейг Каткер 14. Полузащитники. Стивен Дэвис, капитан команды 8. Шейн Фергюсон 10. Крис Брант 11. Оливер Норвуд 16. И в нападении Мартин Паттерсон номер 9. Джейми Уорд 19. Майкл О'Нил, главный тренер сборной Северной Ирландии. Азербайджан с первых минут второго тайма действует в следующем составе. Вратарь Камран Агаев номер 1. Защитники Рашат Садыхов, 14 номер, капитан команды. Опасно сейчас может быть. Расим Рамалданов, 3. Махир Шукюров, 4. Эльнур Аллахвердиев, 5. В полузащите Гара Гараев, 8. Арас Абдулаев, 15. Рахит Амиргулиев, 19. И в нападении, или в качестве атакующих полузащитников, 16 номер Джавид Гусейнов, только-только вступивший в игру, Руфат Дадашев, 10. Рауф Алеев, 11. Главный тренер Берти Фокс. Угловой. И вновь подача на ближний угол вратарской площади. И опять обращаю ваше внимание на то, что на подборе, как правило, североирландцы забирают мяч. И сейчас контратака Азербайджана. Неплохо. Можно дальше попробовать пробросить мяч. Удачный какой отскок. Алиев идет вперед. Рядом с ним партнер. Можно сделать передачу направо. Не поняли сейчас друг друга. Алиев и Абдулаев, по-моему, это был. Алиев сместился на правый край. В первом тайме мы чаще видели его ближе к левому флангу атаки. И действовал вроде бы неплохо, но заключительная передача оказалась непонятой партнером. Или, может быть, недостаточно хорошо исполненной самим Рауфом Алиевым. И в итоге Абдулаев пробежался, скажем так, практически зря. Главный арбитр этой встречи Андреа Ди Марко. Италия. Помогают ему также итальянцы Рикардо Ди Фьоре и Алессандро Джаллатини. Четвертый рефери Мауро Бергонца. Неплохо начали вторую половину матча футболисты Азербайджана и Северной Ирландии. Североирландцы уже на первой минуте провели неплохую атаку. Ну а ответный выпад хозяев и вовсе получился зрелищным. Но, к сожалению, для команды Азербайджана и поддерживающих ее зрителей недостаточно успешной получилась заключительная передача у Алиева. Самый известный, пожалуй, в России, ну, по крайней мере, за последние 20 лет футболист команды Азербайджана, теперь выступающий в качестве одного из тренеров, Назим Сулейманов, сказал, что ему нравится та готовность игроков, которой команда Азербайджана подошла к этой встрече. Ну а для того, чтобы добиться положительного результата против сегодняшнего соперника, Сулейманов отметил, что сборной Азербайджана нужно обязательно забыть ту ничью в Белфасте, когда хозяева отыгрались аж на 96-й минуте встречи и не позволили азербайджанцам одержать первую, к тому же гостевую победу в отборочном цикле. Ну и плюс ко всему, также Назим Сулейманов отметил, что в настоящий момент не следует думать о матче против команды России, а нужно в
первую очередь сосредоточиться на встрече против Северной Ирландии. Хотя, когда журналисты стали пытать Сулейманова относительно того, насколько сильно изменилась команда России при Капелло, тот отметил, что Дон Фабио, во-первых, привлек в команду новые имена, во-вторых, с помощью вот этих кадровых перестановок повысил командную скорость игры нашей команды, ну а также Сулейманов отметил, что Капелло по-прежнему остается одним из сильнейших европейских и мировых тренеров, и одной из сильных черт итальянского специалиста является возможность влиять на ход и даже результат матча уже по ходу игры. А вот сейчас не удалось футболистам команды Азербайджана. И опять Дадашеву не хватает точности не поразить ворота Рая Карло, ни даже ударить в створ ворот. У Дадашева ни левая нога не оказалась счастливой, ни правая в этом эпизоде. Вопрос, кстати, у меня относительно того, был или нет 10-й номер команды Азербайджана в офсайде, но ответ на него мы пока получить не можем, даже при помощи замедленного телевизионного повтора. Помните, в первом тайме верхом попробовал пробить 10-й номер азербайджанцев, в створ не попал. С другой стороны, правда, от штанги мяч прошел. Сейчас с правой ноги и также поблизости от стойки и опять мимо ворот. Три очень реальных момента упустили азербайджанцы в этой встрече, тогда как североирландцы могли забить как минимум дважды. Ну, а как максимум, наверное, те же три гола. Вот хорошо бы было, если бы футболисты обладали реализацией на уровне, ну, хотя бы 80%. Даже можно 66%, как в этой встрече. Два из трех бы залетало, и уже красивый счет был бы на табло. А так моментов вроде хватает, при том, что средняя скорость игры, я бы сказал, не слишком высока, но в то же время, когда команды взрываются, то тогда получается голевой момент, но только никак забить не могут ни те, ни другие. Вновь Агаев вступает в игру. У каждого, конечно, свои задачи. Если сборная России сейчас борется за то, чтобы избежать стыковых матчей и занять первое место в группе, то три команды в нашем секстете, сборные Люксембурга, Азербайджана и Северной Ирландии, стремятся занять не шестое место. При наилучшем раскладе четвертое, но как минимум пятое, чтобы не стать последними в группе. И пока шансы примерно одинаковые, я бы сказал, у всех, без исключения команд. У Северной Ирландии и Люксембурга на очко побольше, но Азербайджан два заключительных матча проводит дома, в том числе и сегодняшнюю встречу против прямого конкурента за место в таблице. Атака Северной Ирландии идет, несмотря на то, что лежит на газоне футболист сборной Азербайджана. И мяч покинул или нет пределы поля. Как бы то ни было, игра, похоже, остановлена, а на газоне оказался Рауф Алиев. Недовольны, конечно, азербайджанцы. Садыхов, Рамалданов там что-то объясняют Джейми Ворду. Говорят, ты же видел, ты же знал, что человек получил травму и не мог продолжить встречу. Почему не выбил мяч за пределы поля? Ну, вполне возможно, что и получил по ногам там Рауф Алиев. Во всяком случае, когда он мяч прокинул мимо соперника, тот играл уже не в мяч, а в ногу конкурента. Майкл О'Нил, главный тренер сборной команды Северной Ирландии. Берти Фокс, напомню, возглавляет сборную Азербайджана. Сборная Азербайджана с мячом, несколько обманных движений, передача направо, Алахвердиев. Алахвердиев нередко подключался и по первому тайму к атаке своей команды. Ну и сейчас, когда он стал ближе к телевизионным камерам, стало еще проще его идентифицировать. Перевод мяча на противоположный фланг. Прострел. С мячом по-прежнему азербайджанцы. Очень глубоко играют защитники обеих команд.
Нет там нарушения правил, считает арбитр. И вот за счет этого и одни, и другие часто успевают вторым темпом к мячу, когда выбивают футболисты линии обороны его из собственной штрафной площади. У Северной Ирландии это несколько более ярко выражено, что говорит, видимо, о большей привязанности в прямом смысле слова футболистов сборной Азербайджана к собственным воротам и собственной штрафной площади, но и соперник. И британцы тоже действуют в схожем стиле при обороне собственных ворот. Много футболистов в штрафной или в ее окрестностях, и разрыв между линией защиты и полузащиты зачастую оказывается очень большим для вот того, чтобы преодолеть его одним простым ударом, выбивая мяч из собственной штрафной площади. А вот это неплохой перехват и хорошая контратака может получиться у хозяев. Падает. Кто это? Алиев был или... А, учитывая, что Надирова поменяли уже, то есть там Алиеву альтернативы никакой. Норвуд получает первую желтую карточку в этом матче. Свалил он Рауфа Алиева, который его уже фактически переиграл. И мало того, что заработал предупреждение, плюс ко всему еще и опасный штрафной. Сейчас будут пробивать футболисты сборной команды Азербайджан. Там еще и Брандт преследовал Алиева. Но Брандт скорее номинально, скорее пассивно обозначал борьбу. Тогда как Норвуд, ну, с этого повтора, правда, тоже не очень хорошо видно, попал ли он в ногу сопернику или в мяч. Но, по мнению арбитра, нарушил правила и плюс ко всему еще сделал это грубо, что заслужил от итальянцев предупреждение. Три футболиста сборной Азербайджана у мяча. Капитан Садыхов. Еще парочка, но убьет не он. Удар! Нет. Рой Кэрролл, может быть, не слишком уверенно, но надежно, тем не менее, прекращает полет мяча в сетку собственных ворот. Подставил не руки, не перчатки, но грудь. Рэй Кэрролл такую широкую грудь пробить мячом оказалось нереально. Не самым сильным ударом футболиста азербайджанской команды. В хороших физических кондициях, судя по всему, находятся футболисты обеих сборных, потому что переход из атаки в оборону и теми, и другими производится практически моментально. Только что большая часть футболистов атакующего коллектива была на чужой половине поля, и раз — все уже в обороне. Шукеров пошел вперед. На сей раз нет нарушения правил, считает итальянская бригада судей. И мяч, плюс ко всему, также уходит за пределы поля от футболиста команды хозяев. 0-0. Вот они, болельщики сборной Северной Ирландии. Вообще, ирландцы, не готов сказать за североирландцев, а, собственно, ирландцы, которых неоднократно доводилось встречать на серьезных турнирах, в частности, на том же европейском первенстве 2012 года, самые настоящие фанаты в хорошем смысле этого слова. Ну, во-первых, что касается болельщиков команды на тот момент еще Джованни Трапатони, то они произвели наилучшее впечатление среди всех встречных фанатов сборных на Евро-2012. Ну, а во-вторых, я обратил внимание, то, что там среди них попадаются настолько увлеченные футболом люди. Один, в частности, попросил у меня распечатку составов двух команд. Ну, понятно, что там это некий раритет, к тому же с комментаторскими отметками это ясно. Но когда человек сказал, что он за 8 дней посетил, по-моему, то ли 4, то ли 5 матчей, а всего у него билеты, вот не соврать, на 17 матчей на чемпионате Европы. Хо-хо! Пока я рассуждал о чемпионате Европы, сборная Азербайджана открывает счет! Дадашев в третьей попытке таки проталкивает мяч мимо голкипера и попадает и в створ, и закатывает мяч в сетку ворот команды Северной Ирландии. 1-0 на 58-й минуте встречи. И очередная быстрая атака хозяев привела к тому, что мяч после рикошета от ноги защитника все-таки проскользнул этакой мышкой-наружкой в сетку ворот соперника. И теперь уже команда Азербайджана повела со счетом 1-0. А Северной Ирландии придется что-то придумывать.
для того, чтобы попытаться восстановить равновесие. Смотрим, что же там произошло еще раз. Абдуллаев, передача на Алиева и Дадашов. Все-таки прошивает Рэя Кэрролла. Алиев очень хорош. Вот если и нужно кого-то отметить в сегодняшней встрече, то в первую очередь приходит на ум 11 номер Рауф Алиев. Ну и вообще вот этот правый фланг, куда Алиев сместился после перерыва, он смотрится несколько более сильным по сравнению с левым флангом атаки сборной команды Азербайджана. А тут-то и вся комбинация на загляденье. Трехходовочка. Абдуллаев, Алиев, Дадашев. 1-0. Сборная Азербайджана. Чуть больше, чем за полчаса до окончания матча. Азербайджанцы вышли вперед в борьбе за то, чтобы стать четвертой командой нашей отборочной группы. Что, угловой или аут, показывает судья. Из-за боковой. Футболисты Северной Ирландии мяч вбрасывают. Грант. Навес. Опасно было. И еще раз с мячом футболисты сборной Северной Ирландии. На сей раз угловой. Руфат Алекоглы Дадашев. Футболист сборной Азербайджана, который, я напомню, выступает за молодежный состав Кайзерслаутерна, играющего во второй Бундеслиге. Он очень давно уже проживает в Германии. В 6 лет футболист отправился вместе с семьей в Германию. И там осела и его семья, и сам игрок, который начинал заниматься футбольной академией Висбадена, Майнца. Ну, а начиная с 2010 года уже попал в состав клуба Госсенхайм. После чего в июле 2012 года перебрался в Кайзерслаутерн. И когда на пресс-конференции Берти Фокса спросили о том, собирается ли он привлекать в сборную Азербайджана новых футболистов, имеющих иностранное происхождение, как немецкое, так и турецкое есть футболисты в сборной этой страны, то Фокс отметил, что, по его мнению, азербайджанец, проживающий в Германии, не является иностранцем. И это его твердое убеждение. Так что ничего страшного в возможном появлении еще таких футболистов в сборной Азербайджана, по мнению главного тренера команды, нет. Ну что же, каждый имеет право на собственное мнение. Болельщики могут думать одно, главный тренер другое. Я думаю, что результат, в особенности, если он окажется положительным, всех рассудит. Еще одна атака Азербайджана. Еще одна возможность пробить. Алиев бьет. Мяч задевает защитника. Нет. Арбитр показывает отворот. И опять на правом фланге. Здорово прошел по краю Абдуллаев, сделал короткую передачу назад. На сервис уже на Алиева в итоге партнеры мяч довели. Не было здесь положения вне игры Абдуллаева. И теперь уже Дадашев. Алиеву мяч отбрасывал, но тот в створ не попал. После невнятных первых 15 минут первого тайма азербайджанцы словно поняли, что далеко не так страшны футболисты Северной Ирландии, как могло показаться на первый взгляд. Успокоились, похоже, хозяева, справились со стартовым волнением и после этого почти непрерывно вели игру, хотя контратаки со стороны гостей тоже в свои ворота допускали. Но либо Агаев спасал, либо соперники были неточны. У команды Северной Ирландии в текущем отборочном цикле ни одной нулевой ничьей. И теперь им уже можно сказать, что и не будет. Равно как и... Нет, у сборной Азербайджана один безголевой матч все-таки есть. Против Люксембурга в гостях ни те, ни другие отличиться не сумели. И игра закончилась с нулями на табло. Сегодня этого уже не произойдет. Пока штрафной будут пробивать футболисты Северной Ирландии. Мяч в руку Шукюрову попал. Потом еще у Гараева не получилось его толком выбить. Как бы то ни было, штрафная.
Да, не попал толком по мячу. Трасим Рамалданов был, и после этого еще и желтую карточку получил. А вот это, мне кажется, излишне. Но, во всяком случае, футболист рукой не играл. Мяч киксанул, что называется, и попал человеку в руку. Не такое уж серьезное превышение, чтобы на него еще и предупреждение выносить. Но у арбитра свое видение каждой ситуации, ему в конце концов и отвечать за вынесенное то или иное решение. Штрафной пробили североирландцы неудачно. Хозяева с мячом. Шукеров. Абдулаев. До него мяч не доходит. Хороший такой активный полузащитник Абдулаев. Теперь же контратака гостей. Перехват, в свою очередь. Игра в одно касание. Здорово. Дадашев просится передача налево, но и справа открывается партнер. Это Алиев. Нет, все-таки ближнему делает передачу Руфат. А повернуть голову и перевести направление атаки на противоположный край, на мой взгляд, было все-таки несколько более перспективно. Но вот сейчас только мяч уже на правом фланге. Алиев. Абдулаев. Рядом Амиргулиев. Абдулаев привычно рвется в угол площадки, откуда потом с успехом выбирается. Шукюров. Вновь Абдулаев. Абдулаеву 21 год. 20 Гараеву. 22 Дадашеву. Остальные немножечко старше. Хотя не принципиально. Один футболист команды Северной Ирландии. Против трех защитников он, разумеется, не справится. Замена. Вместо Ли Ходсона, который выступал под вторым номером в стартовом составе команды Северной Ирландии. Так, кто у нас седьмой-то? Опасный момент. Нил Магин. Нил Магин под седьмым номером вышел в составе команды Северной Ирландии. Все-таки пытается что-то предпринять. Майкл О'Нил, оно и понятно, в конце концов, в запасе у каждого тренера немалое число игроков, и можно использовать три замены, как известно. Нил Магин выступает за шотландский же Абердин, один из известных клубов Шотландии, но, конечно, не настолько известные, как, к примеру, Гранды Селтика и Глазго Рейнджерс. Ну, учитывая, что сейчас Глазго продолжает свой путь из низов шотландского чемпионата обратно в элиту, может быть, и Абердин сейчас тоже Гранд. Рискованно, конечно, Шукюров сейчас отбрасывал мяч на Камрана Агаева, но похоже, что своему голкиперу безгранично доверяют футболисты азербайджанской сборной. Нил Магин практически в каждой встрече этого отборочного цикла играл. Опытный футболист, 26 лет ему.
Уже у него есть опыт выступления в двух отборочных циклах чемпионата мира. Ну, скажем так, он является скорее футболистом стартового состава, нежели выходящим на замену. Хорошее действие азербайджанцев на правом фланге. Положение вне игры у Абдуллаева. Медленно выбегал Арас Абдуллаев из офсайда и не успел в итоге сделать буквально пару шагов для того, чтобы в момент передачи оказаться хотя бы на одной линии защитника. Вне игры был. Ну что, даже в отсутствие Абышева и Джавадова, на которые я упирал, скажем так, в начале первого тайма, хочу сказать, что команда Азербайджана производит очень приятное впечатление. Не могу сказать, что игра производит впечатление целостное, но то, что в команде Берти Фокса собрано несколько очень квалифицированных футболистов, думаю, уже никому не приходит в голову сомневаться. Но в первую очередь, наверное, если говорить о шансах сборной России, то нужно сделать ставку на массированное нападение. Не скажу, что быстрый гол, какой бы то ни было. Главное, чтобы этот гол был. Потому что защитники, очевидно, уступают. Может быть, по сегодняшней встрече делать такое вот не стоит. Но вот потому, что мы видим, вот эта вот защитная четверка, которая сегодня вышла в не самом ожидаемом, скажем так, составе, она здорово уступает в мастерстве тем футболистам, которые ведут игру у команды Азербайджана. Это Амир Гулиев, Дадашев, Алиев, Надиров, наверное, все же. И Абдуллаев, скорее всего. Может быть, Амир Гулиев в несколько меньшей степени. Ну и Камран Агаев. Еще голкипер, он является одним также из лидеров сборной Азербайджана. А вот защитниками вполне можно играть. И если мы будем играть, я так надеюсь, что все-таки не меньше, чем в два нападающих в Баку, то тогда шансы, безусловно, есть. Но в то же время в обороне придется очень внимательно следить в первую очередь за 10-11 номерами, а также за Джавадовым, который вполне возможно восстановится после травмы плеча. Абышев, о нем все может рассказать Сергей Рыжиков, но Абышев все-таки он и не форвард. Он вернется скорее в линию защиты и полузащиты и уже постарается слегка улучшить ту ситуацию, которую мы видим в сегодняшнем матче. Абышев вернется 100%, у него дисквалификация за перебор желтых карточек, а вот Джавадов, он травмировал плечо, и его выступление в матче против команды России по-прежнему под вопросом. Штрафной будут пробивать хозяева на 72-й минуте игры. Берти Фокс по-прежнему чем-то обеспокоен. Знаменитый немецкий наставник, выступающий уже не первый год в качестве главного тренера сборной Азербайджана. Пробить с дальней дистанции. От кого мяч уходит за пределы поля, за лицевую? От кого-то из хозяев. Отворот, считает судья. Мяч попал в стенку, но, видимо, в стенку примкнувшего к защитникам футболиста команды Азербайджан. Это Кэрол. Опытнейший Рой Кэрол, который при всем своем опыте сыграл за сборную не так уж и много матчей. Сегодня только 30-я встреча за команду Северной Ирландии у этого 36-летнего вратаря. Похоже, что в последние 15-20 минут матча футболисты сборной Азербайджана все-таки несколько больше времени будут уделять обороне собственных ворот. И сейчас совсем не исключаю, что они оттянутся на свою половину поля. И тогда мы как раз-таки в большей степени сможем смоделировать
возможное поведение футболистов сборной России в заключительном матче отборочного цикла, потому что, ну, вряд ли азербайджанцы при всем их желании добиться положительного результата против команды России, я так полагаю, что в том матче как раз положительным вполне может считаться и ничейный результат, будут играть первым номером. Нет, конечно. Крис Брандт уходит с поля, и вместо него выходит Маккей. Билли Маккей под 20-м номером. Ну, как сказать. Не белый ли это флаг со стороны Майкла О'Нила и возможность поиграть тем футболистам, которые до того... подобного были лишены. Билли Маккей в нынешнем квалификационном отборочном турнире сыграл только однажды в матче против команды Люксембурга, который Северная Ирландия проиграла со счетом 2-3 в гостях. Ну и вряд ли воспоминания о той встрече у него позитивные остались, потому что все же проигрывать Люксембургу, даже если ты Северная Ирландия, в особенности, если ты перед тем переиграл сборную России, это, конечно, втройне обидно. Вновь перехватывает мяч хозяева. Хорошая атака может получиться по правому флангу. Набирает ход Амир Гулиев. И угловой для своей команды Амир Гулиев зарабатывает. 15 минут до окончания матча. Азербайджан-Северная Ирландия. Счет 1-0 в пользу хозяев. Статистика угловых. Что два только подле хозяева ворот Кэрролла. Не густо. Шукеров подает. Мяч не очень удачно отскочил в направлении на Алиева. Тот пытается обыграть защитника. Простреливает или даже бил в ближний угол Алиев. Выше ворот. Что такое? Судья, очевидно, свистнул. По какой причине? Вот он, Алиев. Рой Кэрролл. И азербайджанцы будут вводить мяч в игру. Категорически не согласен с решением судьи Паттерсон. Он не считает, что он нарушал правила, но по большому счету ему есть основания так думать. Он стоял и поворачивался, не особенно оттирая соперника от мяча. Но судья усмотрел нарушение правил. Алиев. Ну, хорош, конечно, сегодня Алиев. Понятное дело, что против значительно более квалифицированной, к тому же, как ни крути, а значительно более мотивированной сборной России, Алиеву сыграть на подобном уровне вряд ли позволят. Но, тем не менее, против примерно равной команды по классу он действует очень неплохо. Ну, равно как и вся передняя линия азербайджанской команды, а также голкипер, которых я уже неоднократно отмечал. Северные ирландцы
здорово сдали после пропущенного мяча. Казалось бы, команда должна идти вперед, пытаться отыграться, но как-то напротив. Игра складывается так, что, забив мяч, азербайджанцы еще больше раскрепостились и пока отнюдь не собираются вставать в оборону вокруг собственной штрафной площади. Напротив, прессингуют соперника и даже смотрится по-прежнему лучше по сравнению с гостями. Сохраняют мяч футболисты, боровшиеся в углу поля, и тут же его хозяева теряют. Причем в очень обидной для них ситуации мяч, отскочив от ноги Аллахвердиева, покинул пределы поля. Еще один полушанс для команды Северной Ирландии. Ну а им футболисты команды Майкла О'Нила воспользоваться такое впечатление даже и не планировали. Агаев от собственных ворот. Без нарушения, считает судья. Это Абдулаев. На фланге очень прилично он сегодня смотрится. Сейчас очень грамотно уже, в свою очередь, сыграл Рахит Амиргулиев. Замена. Готовится в составе хозяев. Берки Фолкс планирует бросить в игру Жихана Оскара. Кстати, один из тех футболистов, которых поименно на предматчевой пресс-конференции назвал Мартин О'Нил. Отметил Амиргулиева, Оскара и Алиева. Но двое из этих игроков сегодня фактически и сотворили гол, точнее, приняли участие в голевой комбинации. Но Оскара остался на скамейке и только сейчас, чуть меньше, чем за 10 минут до окончания основного времени второго тайма, готовится вступить в игру. Вот как раз тот футболист, о котором можно сказать легионер без каких-либо натяжек. Джихан Оскара, 22-летний футболист из Сиваспора. У него турецко-немецкое даже происхождение. Высокий нападающий, 189 сантиметров роста. Родом он из Германии. При турецких корнях, соответственно, которые, видимо, позволили обнаружить там и азербайджанское происхождение. И сейчас он меняет Араза Абдуллаева, который на своем правом фланге потрудился на славу, пришло время уступить место и партнеру. Партнер свежее, у партнера много сил, ну и его также знает Майкл О'Нил. Нисколько не сомневаюсь, что после этого матча запомнит Руфат Дадашева О'Нил, ну и Камрана Агаева, вратаря, безусловно, тоже. То есть тех футболистов, один из которых забил пока единственный мяч ворота Роя Кэрролла, а другой сделал все, чтобы футболисты Северной Ирландии не отметились пока ни единым голом. Принадлежит Сиваспору Оскара, но в этом сезоне выступает на правах аренды за другую турецкую команду — Кайзери Эрзурумспор. Вперед идут вновь футболисты сборной Азербайджана. Обидная потеря, и может получиться неплохая контратака у Северной Ирландии. Может, да не получается. Долго, очень долго. Это Магин. Тем не менее, очередная ошибка защитников. Удар из-под ноги в последний момент не получается. Защитник приходит на помощь самому же себе. И останавливает встречу судья. Что-то там случилось с Махиром Шукюровым. Тем самым Шукюровым, который под этот удар и бросился. В лучших традициях национальной хоккейной лиги. Может быть, высшего дивизиона чемпионата Азербайджана в том числе.
что ж, посмотрим. Оскара, может быть, даже под мяч-то и не попал. Он попал под партнера. И третья замена в составе команды Северной Ирландии. Вместо Уорда выходит Вильям Грик. Высокорослый, мощный Грик. Может на последних минутах попробовать подтоптать защиту команды Азербайджана для того, чтобы заставить ее в очередной раз ошибиться. Понял. Даже в концовке второго тайма продолжают на чужой половине поля пытаться прессинговать соперника, футболисты сборной Азербайджана, заставляя конкурентов ошибаться и лишая тех, не то чтобы шансов, но лишая тех многочисленных возможностей на то, чтобы сделать точную передачу друг к другу. Команда считает, что мяч попал в руку азербайджанскому футболисту. И Андреа де Марко, который выдержал небольшую паузу, принял сторону команды гостей. Ну, так и есть. Мяч изменил направление полета. Направление собственного полета после того, как бросился под него все тот же Шукюр. Юра Молданова за значительно меньшее превышение, на мой взгляд, была обнаружена после окончания эпизода желтая карточка. Шукуров пока наказание избежал. Де Марко показывает, что примерно в половину ближе позволенного, которое он считал расстояние, стояли в стенке футболисты команды Азербайджана. Агаев выстраивает стенку, подсказывает защитникам. Ну, когда услышишь такого вратаря, поневоле сделаешь, как он просит. Даже если ты изначально и не собирался. Норвуд у мяча. Бьет Оливер Норвуд, нет точно. 4 минуты остается до окончания основного времени второго тайма в матче Азербайджан-Северная Ирландия. 1-0. Хозяева впереди. Прибывает иностранных специалистов в различных футбольных командах Азербайджана. Поступило сообщение, что и пляжную сборную Азербайджана в ближайшем будущем возглавит португалец Зе Мигель, который должен будет готовить команду к Европейским играм 2015, а они, в свою очередь, состоятся в Баку. В 2015 году пройдет и очередной чемпионат мира, куда пока азербайджанцы не пробивались. Штанга! Спасает ворота хозяев, продолжается атака гостей. Будет ли еще один удар? Протыкал мяч под Агаевым. Футболист команды Северной Ирландии. Сразу несколько человек лежит на газоне. Ну, повезло сейчас хозяевам. Повезло. Дэвис. Агаев готов был спасти свою команду, но там стойка ворот встала. Вместо него обил-то по воротам Мартин Паттерсон, который и потом пробовал вторично еще мяч послать в сетку ворот соперника. Хорошо бил Паттерсон. Чуть-чуть возьми мяч левее. Ну или правее, в зависимости откуда смотреть. И очень непросто пришлось бы Агаеву. Еще один угловой. Угловой в исполнении любой британской команды. Это очень опасно. Нет, отворот. Две минуты остается продержаться хозяевам, плюс то время, которое Андреа Ди Марко добавит времени второго тайма. Тут еще и штрафной. Как нельзя кстати зарабатывает Дадашев.
футболист, который забил единственный на сегодня мяч сборной Азербайджана в этой встрече. Заработал, надо признаться, хитро. Едва коснулся его Гарет Маакаули, тут же повалился Руфат на газон. Ну и выиграл для своей команды секунд, наверное, 40. И помимо времени еще и мяч будет на серьезной дистанции от ворот сборной Азербайджана находиться в ближайшее время. Маакаули тем временем получает желтую карточку. Разыгрывают штрафную азербайджанцы. С точки зрения тактики на последних минутах вполне себе правомерное решение. Но все-таки теряют мяч из-за боковой. Ирландцы бросают его быстро. Фокс показывает, что мяч покинул пределы поля. Судьи с этим не согласны. Маакаули направо. Обрабатывать мяч в три касания, когда твоя команда торопится, это непозволительная роскошь. Но зато потом можно вот так вот набросить его в чужую штрафную площадь. Набросить для того, чтобы мяч ушел за пределы поля. 1-0. Руфат Дадашев после великолепного прохода по правому флангу Араза Абдуллаева и передачи со стороны еще и Рауфа Алиева. Вообще, это трио могло отличиться неоднократно. Абдуллаев проходил и отдавал. То Алиев, то Дадашев играли друг с другом, выводя то одного, то другого на ударную позицию. Дважды к ряду. Мне тоже, честно говоря, показалось, что Амир Гулиев сыграл сначала рукой, потом еще раз рукой. А судья посчитал, что правило-то нарушил футболист сборной команды Северной Ирландии. Так, какова у нас таблица перед этим матчем? У Азербайджана 5 очков, ни единой победы, 5 ничьих. У Северной Ирландии и Люксембурга идентичные показатели. А, игра от рукой со стороны северного футболиста команды Северной Ирландии. У Северной Ирландии и Люксембурга по 6 очков, 1 победа и 3 ничьи в активе как тех, так и других. Азербайджан разом сейчас может вырваться на 4-е место в группе с 8 очками и обставить те команды, которые до сегодняшней встречи обходили сборную Берти Фокс. Отворот. Идет уже добавленное судьей время. 3 минуты добавляет Демарко. Ну, вообще, крепкий соперник достается сборной России в заключительном матча отборочного турнира к чемпионату мира 2014. И говорить о том, что мы закидаем эту команду головными уборами, тем более, когда азербайджанцы будут играть дома, явно не приходится. В особенности вот в атаке азербайджанцы очень хороши. И ошибаться, учитывая, что у нас раз за разом выходит экспериментальная линия защитников, ни в коем случае нельзя. Алиев. Пас партнеру. Алиев. 1,5 минуты осталось продержаться команде Азербайджана. А она в атаке еще плюс ко всему. С командой Северной Ирландии до сегодняшней встречи азербайджанцы сыграли 3 матча. В 2 встречах были зафиксированы ничейные результаты. Один завершился победой североирландской сборной. И сейчас тактическая замена от Фокса. Бадави Гусейнов. Еще один Гусейнов готовится вступить в игру. Меняет он Рахида Амиргулиева. Тот неспешный. Нет, не Амиргулиева, Дадашева. Казалось, что 19-й номер уходит с поля, нет, 10-й. Но нам еще раз показывают, как был забит единственный мяч в этой встрече. Моментов у команд было немало. Ну а гол они соорудили совместными усилиями лишь один. Возможно, пока лишь один. Но, скорее всего, за оставшиеся секунды до окончания этого матча команде Северной Ирландии вряд ли удастся отыграться. Далеко убивает мяч Камран Агаев. Борьба в центре поля. Вновь Агаев высоко выпрыгивает и забирает мяч в руки. Закончилось основное и добавленное судьей время. Азербайджан, Северная Ирландия. 1-0.
благодаря точному удару Руфата Дадашева в середине второго тайма. И эта победа может стать первой и очень важной для команды Азербайджана в этом отборочном турнире. Смотрите, что происходит в концовке встречи. Но фолить-то зачем? Сейчас красная карточка! Красная карточка! Кому? Эвансу, учитывая, что тот отправился отдыхать. Джонни Эванс на последних секундах матча против команды Северной Ирландии зарабатывает прямое удаление. Пол последней надежды. Да, безусловно. 100%. В динамике игрового эпизода я не очень хорошо разобрался из-за того, что далековато от телевизионной камеры было место проведения этого эпизода, но Эванс однозначно сфалил на красную карточку. Никаких вопросов к судье. Но как отработал Алиев? Отборолся, ушел от соперника. Но в то же время Эвансу не было никакого резона фалить, потому что Кэрролл, очевидно, первым был у мяча. И на последних мгновениях матча появляется возможность у команды Азербайджана довести дело до победы более уверенной по счету. Интересно. Шокеров будет бить. Бьет! 2-0! Жирный восклицательный знак ставит в этой встрече команда Азербайджана. Уигрывая, теперь уже об этом можно говорить без тени сомнения, встречу против команды Северной Ирландии. А сборная Северной Ирландии терпит второе поражение кряду от Люксембурга и теперь еще от Азербайджана. Дома в Белфасте это совсем-совсем другая команда, на чем уже успела убедиться команда Фабио Капелло. Дает провести розыгрыш стандартного штрафного удара арбитр, после чего, не дожидаясь того, как футболисты Северной Ирландии поставят мяч на центр, тут же звучит и финальный свисток. 2-0. Сборная Азербайджана добивается своей первой победы в отборочном цикле. Ну а мы будем встречаться с очень непростым, как выяснилось, соперником в заключительном матче отбора на чемпионат планеты. Но команде Фабио Капелло по силам обыграть и ее. Кто, собственно, сомневается. На этом у меня на сегодня все. Меня зовут Александр Гришин. Смотрите футбол на нашем канале. И по возможности получайте удовольствие. Когда видишь такие красивые мячи и такие концовки, это совсем непросто, согласитесь. Счастливо!